на канале «Россия-1» состоится премьера 16-серийной мелодрамы «Ключ от всех дверей 28», выход которой ожидается 29 ноября. В центре сюжета сериала профессиональный психолог Анна Королева. Она помогает клиентам разобраться с обидами, стрессами и конфликтами в семье. Пациенты обращаются к ней на грани нервного срыва, а уходят счастливыми людьми. И все благодаря уникальной методике, которая позволяет не только угадывать развитие событий, но и предотвращать жизненные драмы. Работа Анны давно вышла за пределы уютного кабинета. Она не только первоклассный психолог для своих клиентов, но и спасатель, готовый примчаться среди ночи по первому зову. А также она и детектив, и врач, способный распознать опасных пациентов и человек, который может найти ключ к любой проблеме. Справляться с непростыми ситуациями они помогают любящий муж Игорь и надежный помощник Андрей. У Анны есть все – счастливая семья, любимая работа и призвание. Но однажды ей приходится выбирать, личная жизнь или спасение незнакомых ей людей. Анна не замечает, как попадает в смертельно опасную ловушку. И теперь под угрозой ее собственная жизнь и безопасность близких. Главные роли в сериале исполнят Светлана Колпакова, Алексей Фатеев, Андрей Фролов, Юлия Кудаяр и другие. Премьера 16-серийной мелодрамы «Ключ от всех дверей» состоится 29 ноября на канале «Россия-1». Приятного просмотра и не забудьте подписаться на наш канал.